Сегодня у нас на анбоксе коробка, которая просто коробка. Ожидать от нее чего-то сверхъестественного не стоит. Если мы откроем кодекс серых рыцарей и почитаем закачки Дреднайта, то мы поймем, что в этом наборе мы не найдем каких-то лишних битцов, которые пригодятся нам в других моделях. Но давайте убедимся, что здесь есть все для всех закачек Дреднайта. Собственно, это литник с ногами, как вы видите. Ступни, ляжки. И, собственно, здесь еще помимо них наручи и пси-пушка, передок от нее. Вот, трубы, в остальном части от ног. А следующий литник, это центральная часть нашего Дреднайта. Это таз его, тело, наплечники, всякие там плечевые суставы. И парень, который подвешен на этих лямочках, все от него, руки, наплечники. И я впервые вообще обратил внимание, что там на самом деле терминатор висит, потому что на большой этой модели он теряется, и думаешь, ну там, наверное, обычный пацан. Нет, там висит терминатор. Задние трубы и пушки. Я сначала испугался, подумал, это одна пушка, ну, из двух частей стоящая, склеиваешь и все. Нет, это две разные пушки на две разные руки, а вторые части вот на этом литнике. Так что все нормально, на каждую руку можно поставить по пушке. Плюс из тех немногочисленных вариантов, которые вы можете выбирать, это головы. Есть в шлеме, а есть вот на этом литнике без шлема голова в этой забавной плавательной шапочке, которую любят Грей Найты почему-то. И последний литник, руки, кулаки, то есть дефолтная закачка, можно собрать. Оружие, инцинератор, тоже от него баллоны. И это от псалинсера, передок от псалинсера, вот он. А пси-пушка уже проскочила мимо на первом литнике. Молот в качестве вариантов оружие для ближнего боя и меч. Меч, посмотрите, меч кривой. Я такое не часто вижу, потому что это пластик. Пластик не выпрямляется под горячей водой, как понимаете. Ничего тут не сломано, он действительно просто кривой. И это неприятный момент. Как-то вот так он плохо отформовался. Видимо, очень горячим еще достали его и он поплыл, к сожалению. И еще варианты закачки. Раз, два, три передних щитка. Все, больше ничего нет. Но, собственно, все закачки, какие только у Дреднайта есть, они здесь присутствуют, кроме нет такой вещи, как персональный телепортер. Это дополнительный варгир, но его никак невозможно отобразить, потому что в наборе таких деталей тупо нет. И это меня несколько расстраивает, потому что по визивигу модели с телепортером и без никак не будут различаться. Ну, получается тоже такая коробка в себе. Можно собрать Дреднайта, что-то еще, какие-то конверсии. Ну, модель такая очень своеобразная, поэтому что-то другое из нее создать. Оружие тоже очень большое, никуда особенно не поставишь. Молот большой, меч огромный. Куда еще эти бицы деть, я не знаю. Но сам набор самодостаточный, все есть, ничего докупать для того, чтобы собрать этого парня, не надо.